Хотя, это, кстати, был большой конфликт, небольшой конфликт, но такой идеологический, где идеологическое противостояние с моим другом Эдиком Байковым, когда он ставил спектакль в Политеатре. У меня есть ряд текстов смешных, включающих нецензурные выражения и, ну, дико самоироничных там, смешных. Ну, вы можете озвучить что-нибудь? И всяких, нет, конечно, ну, не матерные. У нас есть спецэффекты. И он готовил спектакль в Политеатре и говорит, я хочу взять этот текст обязательно. А это был текст, который в свое время, то есть совершенно, ну, посреди полного штиля, стал хитом. Ну, как это всегда бывает. То есть ты пишешь какой-то большой корпус важных для себя, каких-то серьезных, мучительных довольно текстов, а там прославляет тебя и оставляет тебя в память людей один какой-нибудь самый, ну, вообще в минуту беспечности написанный, ни к чему не обязывающий, дурацкий, как шутка сделанный. Я хочу его включить, я говорю, Эдик, но это, я даже не представляю, какое это кощунственное произведение для чтения в Политехническом музее. Он говорит, ну вот вся основная проблема, мне кажется, современных авторов, что они хотят быть гораздо лучше, чем они. Это вообще проблема двуногих. Выглядеть лучше гораздо, чем они есть на самом деле, и теряют редкую свою вот эту идентичность и уникальность. Поэтому, преодолевая просто бешеную неловкость, я выхожу на каблуках в платье читать этот текст в середине спектакля, когда никто уже не ждет подвоха, когда все уже поняли, что это там про другой спектакль. Я выхожу, чтобы сбить нарастающий пафос там всего того, что творится. Такая, с частушками практически. Вот, это смешно. Я потом поняла, конечно, что режиссерская задача оказалась умнее меня, как всегда. Но мы долго спорили. Я говорю, слушай, давай хотя бы не я это буду читать. Потому что если я это буду читать, то вообще не оберешься стыда никакого. Ну, жаль, что вы, конечно, не можете озвучить про Урганта, потому что я хотел просто понять, как это звучит. Выйдет к микрофону, буркнет что-нибудь, и зал в огне. Приходи же, Ваня Ургант, и скорее женись на мне. Отлично. Он не был женат тогда. И только появился, по-моему, был невероятно юн, хорош собой, блистателен. Мне кажется, сейчас он начал уставать уже от того, что с ним происходит. А тогда прям от него искры летели. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».